Сидит. Попала вторая андатра. И что интересно, шарик только... Тихо, сидеть. Он домой-то торопится. И сразу же мертвая. Прошлый-то он куда дел, никто не мог, не могли найти нигде. А сейчас я прибежал туда, а и шарика нету. А он в нору залез под сорочинное гнездо и носом зарывает, вылез весь в земле. Этого близко к конуре не подпускает. Прямо рычит. Но я тогда этого привязал подальше. Взял такие маленькие грабельки, есть, и оттуда выгреб ее. А это теперь домой идет, на праздник престольный. Гляди. О, какую добычу мы имеем сегодня. Но это нора все-таки бобринная, они ее оккупировали, видать, эти. А Никита говорит, что это успело его все-таки тяпнуть, шарика. Может быть. Он говорит, его взвизгнул немножко. Он даже виду не подал, это боец настоящий. О, и домой тащит. Это вторая из одного гнезда, это, видимо, семья была. Но нора 30 сантиметров, это ясно, что не для нее. Или они заняли, или бобров переловили, мы не видели. Когда я написал в охот надзор края, то есть сказал, то помогите, избавьте от них. И которые там были хатки, там их нету хаток. То ли они их разрушили, то ли поймали и... О, пошел домой, пошел. О. Он может оторваться. Почему она откручивается, не могу понять. Вот что он теперь как будет с ней делать? У нее шкура очень толстая, как у крота. У подземных у них у всех такой. О. Он может ее задрать теперь и съесть. Это диетическая пища для индейцев. Они ее глиной обмазывают и запекают. С какие шкурки пропадают. Не зря говорят, зажиточно живут по Теряевке. Тут хоть кого, хоть барсука, хоть бобра выбросят. Ничто в уста мои не входило нечистое. И ухватился шарик, не могу. Тяну к себе, он оторвал ногу. Оторвал ногу, видимо, посмотрел, ноги нет, опять лезет к капкану. Тогда мы вдвоем наступили на две дужки, ногу отдали. Вот он, пожалуйста, отжевывает. Видишь, что делает? Это для него маленько оттуда зайти, чтобы целиком видно было. А видно, видно. Да. Теперь к нему не подходи. Все, пошел. Видал, он делает. Звериное в нем пробуждается. Все. До внутренности уже добрался. От нее никакой пользы нет. Они карпов этих догоняют, едят, они все поедают. Крыса водяная. Ну, шкурка очень хорошая. Андаторовые шапки шьют. Они дорого стоят. Так они в этом, в берегу-то тоже делают же норы свои. В берегах-то тоже ведь вроде... О, точно так же разрушают, одинаково. Только по размеру меньше. А какие? Для воды достаточно. Видишь как? Значит, шкуру порвал, пошел. Он понимает, а вкусное очень. Это мы ничем не нуждаемся. А индейцы бы увидели, сказали, что вы делаете. Это же диета. Вон она. Все, пошла. Он ее обдерет. Они везде, абсолютно везде, все пруды, все продырявливают. Ну, если поставили здесь, я боюсь этих капканов, если ты один попадешься, не вытащить руку.
ну, то есть, может быть, где-то нажать, только на твердом, чтобы освободить, а так оттяпает руку. Если бы можно было одну душку снять, но не снять. Этот капкан даже волка может удержать. А какая разница? Обычно сыпей, другой забивают в пень, это щурку, и он за собой тащит, чтобы не отгрыз ногу и не ушел. Все, пошли. Ну что, да престольный праздник-то ему, это ладно.